Смотрите, кто у нас в гостях. Огромный котище, это мамин кот Шерхан. И с ним можно делать все, что угодно. Он такой мягкий, пушистый, позволяет себя везде гладить. Такой вообще безответный кот. Уволень такой. Смотрите, какой огроменный. А вот спит моя красавица. Вот так, потягушки. Ну-ка, давай потягушки. Любит вот туда забраться повыше. Ты на мне холодильник. Вам показать вот такую вот вазу. Я показывала вам в покупках из фикс-прайса. Такая, как проволока ваза. Очень мне нравится, здесь осталось одно яблоко, но вообще вот яблоки, сливы, персики, какие-то такие круглые фрукты смотрятся просто круто, и вот так, знаете, мне очень нравится, что в таком стиле минимализм, она место вообще, ну, считайте, не занимает, и, ну, вообще прям я балдею, мне нравится. Еще хотела вам рассказать вот о такой штуке, такая вкусняшка, сейчас фирму вам покажу, это, кстати, зажимчики тоже у меня из фикс-прайса. Вот так вот называется фирма, и я очень люблю биться, они вот так вот выглядят, такие, знаете, как маленькие булочки с корицей и с коричневым тростниковым сахаром. Очень вкусно, к ним еще идет такой соус в виде белой глазури, ну просто я не могу, очень вкусно, шикарно. И вот эта фирма, они делают еще вот такие крендельки всякие с сыром, с салями, тоже с корицей, по-моему, сладкие у них есть. Ну, прям вообще обожаю, периодически захожу, покупаю домой. Вообще занялась подготовкой к зиме, зима близко, как говорится. Решила заморозить дыню, чтобы и зимой, и весной можно было пить смузи с дыней. Прочитала, как правильно ее замораживать, то есть на такие небольшие кусочки разрезать и положить на тарелку. В таком виде заморозить, чтобы они вот так ну, друг на друге не были, вот так аккуратненько. В таком виде заморозить, и только тогда можно раскладывать по пакетам. Так что вот попробую, наверное, сейчас сделаю одну тарелочку, посмотрю, что получится, но вообще думаю, что это будет прикольно. Представляете, зимой вот так достать и смузи из дыни, вообще кайф. Я сделала маникюр, намазала ногти маслом, сейчас вновь питается, и где-то через час буду красить ногти. Кстати, пойдемте покажу вам мою коллекцию лаков, такую уже довольно-таки сильно почищенную. Здесь у меня вот такой комодик икеевский, я уже снимала про него как-то видео, что у меня здесь хранится. И здесь, вот в этом ящике у меня хранятся лаки. И вот у меня сколько сейчас осталось лаков, в принципе, не так уж и много, и хочется мне периодически каких-то новых оттенков, ну вот маловато это все-таки, надоедает периодически. И, наверное, я накрашу чем-нибудь вот таким, давно не пользовалась. Все последнее время пользуюсь красным, коралловым, кстати, вот эти вот наклеечки у меня их, вон, видите, как много, очень люблю их. Ой, не знаю даже, каким бы лаком накрасить ногти. Наверное, накрашу вот таким вот, все-таки посветлее вот этим. Очень нравится мне вот эта вот база от Эсси, видите, вот уже половинка. И это, кстати, уже моя вторая база. Скоро уже надо будет еще одну покупать. И моя любимая сушка вот эта вот от Салли Хэнсон. Тоже уже покупала, по-моему, в третий раз. И тоже, видите, уже она не полная, уже половинка. Вообще обожаю, очень нравится. Смотрите, какая у нас красотища во дворе. Вот она, золотая осень. Вообще красота. Просто потрясающие краски и вот эти вот осыпавшиеся осенние листочки на детскую площадку. Очень-очень красиво. Какая-то такая сказочная, завораживающая картинка.
что мне получилось. О, Шакира там идет. Я все-таки сделала маникюр вот с этим вот лаком. Это от Латуаль Варьете номер 434. Ну, такой получился, знаете, осенний такой цвет. Давно подобными цветами не красила ногти. Девчонки, вы это видите? Посмотрите, какая красота! Я говорю сейчас вот про этот карандашик на нижней слизистой. Это просто бомба, девчонки! Это новая коллекция карандашей от Yves Rocher. Я вообще не люблю марку Yves Rocher, я туда захожу крайне-крайне редко. Тут мне надо было купить подруге подарок на день рождения, купила такую большую корзину всяких средств для тела. И у них новая линейка карандашей. Я просто не могла оторваться. Такие цвета роскошные. Вот это вот... Сейчас. Вот такой вот карандашик. Не вижу, какой здесь номер, но, в общем, вот такой вот цвет просто потрясающий. Он обалденный. И я с ним ходила уже полдня. Он вообще никуда не девается. Такой крутой. Не стирается, не смазывается. Вот сидит вообще как влитой. Просто супер. Очень-очень мне понравилось. Я думаю, что я вернусь туда еще за какими-нибудь карандашками, за другими оттеночками. Прям мне нравится. Такой сразу необычный, яркий получается макияж. Такой сочный, класс. Девчонки, еще хотела вам показать мой такой чиллаут. Сейчас я солнышко такое задерну шторы. Так, кажется, лучше видно. И да, сегодня 21 октября, солнце такое, что невозможно на улице находиться без солнечных очков. Просто какое-то невероятное, мне даже не верится, что вообще такое возможно. Так вот, я вам хотела показать мой чиллаут. На самом деле это вот такая вот... Да, у меня уже другой маникюр, потому что да, другой день. А вот такую вот коробку мы покупали, по-моему, в Леруа Мерлене, если я не ошибаюсь. Там у нас хранятся инструменты, ну, всякие такие, знаете, отвертки, молотки, ну, всякая такая вот ерунда. И сверху я положила вот такой вот плед, вот такую вот шкуру из Икеи, вот, к слову, да, как я ее использую. Она очень-очень теплая. Такая вот у меня подушка овца, покупала в каком-то магазине, знаете, типа... фамилии, что ли, или домового, не помню, честно, в каком-то таком хозяйственном магазине. Я ее переворачиваю вот так вот боком, она очень мягкая. Сижу здесь, здесь у меня тоже подушечка или для коленок, или там как удобно. Еще один плед из Икеи шерстяной, он просто невероятно теплый. И я тут просто сижу, кутаюсь, пью чай, чай у меня стоит здесь на подоконнике. И читаю книжку. Я сейчас, кстати, читаю Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Ночь нежна». Роман начала недавно читать, но где-то треть прочитала. Вот здесь у меня лампа. Я ее включаю вечером, и можно сидеть читать, вышивать и все что угодно. Вообще обожаю этот мой уголочек. И здесь внизу у меня гантели мужа, который, кстати, он в последнее время совсем не тягает. Все, девчонки, на этом буду заканчивать. Надеюсь, вам было интересно немножечко посмотреть на мою такую повседневную жизнь. И до скорой встречи. Пока-пока.